Ой, друзья. Это что-то. Лукойловский кофе. Это божественно. Я не знаю. Мне кажется, что он вкуснее, чем я дома делаю. Там кофемашина. Я еще раз посмотрел. Сделана в Италии. То есть, прям made in Italy. Сейчас я его сюда поставлю. То есть она огромная, мы сделаны в Италии, и в общем Олег Перов молодец. Вообще мне Олег Перов нравится, мне кажется, такой очень цельный волевой человек. И ну реально, то есть реально на Лукойле бензин хороший. То есть сейчас он же ушел с Лукойла, я очень боюсь, беспокоюсь, как бы качество топлива не ухудшилось. Так, потихонечку, чтобы не расплескать святой кофе. Потихонечку выбираемся на прекрасную трассу. Блин, тут еще обочечники, мать их, могут снести нос. Так. Все, полетели. Куда полетели, не знаю. Весь день свободный, надо его как-то провести продуктивно. Когда в Мелехово ездил, там у нас все было охренеть. И источник, и заброшенная база. Что сейчас будет, не знаю. Че, да, может нам в Ясную Поляну съездить, как думаете? Съездим в Ясную Поляну или нет? Дайте я подумаю.